эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Подмосковье с 3 июня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты. Прибежала, видимо, самая первая. Очень рада, очень долго ждали. Бесплатные консультации в период пандемии от бизнес-леди из Ленинского городского округа. У вас в договор включена франшиза 30 тысяч рублей. Акция «Добрая тысяча». Многодетные семьи получили продуктовые наборы. Видим, что акция востребована, людям эта помощь нужна, поэтому будем продолжать. Согласно указу губернатора Московской области, ряд организаций снова могут приступить к работе. Среди них парикмахерские салоны красоты. Какие требования к мастерам при обращении с клиентами теперь предъявляются, узнала Юлия Погосьян. Больше 2 месяцев люди ждали открытия парикмахерских и салонов красоты. Наконец дождались, но теперь обслуживаться придется в новых условиях. Обязательно маска и перчатки, если своих нет. Их можно приобрести на стойке администратора. Также администратор померит вам температуру и запишет все в журнал учета. Некоторые регионы открывать салоны красоты начали еще пару недель назад. До Московской области очередь дошла только 3 июня. Санитарно-эпидемиологический надзор опубликовал правила работы парикмахерских в период пандемии. Те предприниматели, кто с ними согласился, сегодня распахнули двери для клиентов. Прибежала, видимо, самая первая. Очень рада, очень долго ждали открытия. Вот, наконец-то дождались. Я очень рада. Я очень долго ждала, 2 месяца ждала. И вот как только открылись, я решила сразу прийти сделать маникюр и педикюр. Обработка поверхностей каждые 2 часа. Обработка инструментов после каждого посетителя. Максимум используемых в работе предметов – одноразовые. Регулярные проветривания помещений, обеззараживающие лампы. Все это сегодня норма для работы салонов красоты. В педикюр у нас отдельный кабинет, он у нас оборудован лампой ультрафиолетовой бактеризации, которую мы включаем, когда клиентов нету, обработка проводится. В остальном салоне работают дезары всегда, даже не во время вируса. На входе урна для использованных перчаток и санитайзер. Кулер и кофемашина не работают. По новым правилам угоститься чашечкой кофе или чая не получится. Прием только по записи. Интервал записи между клиентами теперь 20 минут. Посетители должны ждать на улице. По звонку администратор приглашает клиента и провожает к мастеру. На полу яркая разметка. Так регулируется социальная дистанция. Раньше был парикмахер-стилистом, а сейчас парикмахер-хирург. Так про себя теперь шутят мастера салона красоты. Помимо маски и перчаток, им приходится постоянно работать в хирургическом халате и головном уборе. Это тоже одно из требований Санпина. Говорят, очень жарко, дышать нечем, но лучше так, чем не работать совсем. Плюс в том, что мы вышли хотя бы на работу, работаем, у нас есть заработок. Минусов очень много. Дышать невозможно в масках, еще в этих халатах очень жарко. Главное, чтобы никто не болел, все были здоровы. Это, наверное, единственное, что сейчас нужно, чтобы все выздоровели и не было второго вот этого вот потока. Все эти меры предосторожности требуют немалых затрат, но руководство салона, где производилась съемка, не намерены повышать цены на услуги. Хотя и продукция подорожала сама, да, вот именно шампуни, и подорожала одноразовая продукция в несколько раз, 6 раз, маска в 6 раз выросла. Если раньше закупка была 3 рубля, а сейчас она стоит около 15, в лучшем случае. Халат тоже минимальная закупочная цена, это 80 рублей, это самый такой простой, без кнопок, да. Но мы решили клиентам, так сказать, не бить им рублем, да, наоборот, поддержать, чтобы люди пришли, смогли комфортно, они тоже были без работы 2 месяца, мы все понимаем, поэтому немножко сами свою выручку подожмем. Нехватки в клиентах сейчас нет. Запись на несколько недель вперед. Хозяйка салона красоты прогнозирует, что спад настанет, но не унывает и надеется, что вскоре вся страна заживет, как до пандемии. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Нежный бизнес – это сообщество единомышленниц, где можно получить поддержку своих идей, а также советы, как вести свое дело. Движение зародилось совсем недавно, в январе прошлого года. Но его участницам уже есть чем гордиться. За столь небольшой период были проведены 4 форума, большой бал, регулярно проходят вебинары.
Бизнес-леди из Ленинского городского округа даже в период пандемии не прекращают свою деятельность. И многие оказывают свои услуги бесплатно в режиме онлайн. Екатерина Прологова с 2003 года профессионально занимается страховыми услугами. В настоящее время бесплатно отвечает на вопросы, дает советы, разбирает ситуации, проводит анализ действующего страхового полиса. У вас в договор включена франшиза 30 тысяч рублей. Это при убытке вы сами на 30 тысяч рублей участвуете в урегулировании. Вам это не оплачивается. Ирина по первому образованию доктор, по второму художник. Создала арт-студию «Небо», где 3,5 года преподает живопись. Сейчас она проводит мастер-классы в режиме онлайн. Живопись помогает, расслабиться и гармонизировать ваш внутренний мир. И порой даже находить новые варианты решения тех вопросов, казалось бы, сложных, которые у вас есть и которые вы не могли решить. Лана Бабери – специалист по маркетингу в социальных сетях. Она помогает донести информацию о товаре или услуге до потенциальных клиентов с помощью рекламы. Честно сказать, мы не ожидали, что желающих будет настолько много. За весь период мы смогли отконсультировать 48 предпринимателей абсолютно из разных сфер и ниш. Лидер женского сообщества Наталья Рыбкина проводит бесплатные консультации по кросс-маркетингу. Другие ее коллеги помогают разобраться в финансовых вопросах, проводят логопедические онлайн-курсы для детей. Каждый предприниматель сегодня может присоединиться к этому движению, помогая другим и имея большую возможность сохранить собственный бизнес. В рамках акции «Добрая тысяча», инициированной депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком, несколько многодетных семей получили продуктовые наборы. Помогали депутату волонтеры из Российского спортивного союза молодежи и наша съемочная группа. Подробности расскажет Максим Козлов. Адреса в разных частях города, но объединяет их одно. Здесь проживают многодетные семьи. Уже само название акции «Добрая тысяча» говорит само за себя. Более 1000 продуктовых наборов вручают малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам. Впрочем, уже сейчас инициатор акции Владимир Жук уверен, что она продолжится. Я думаю, что 1000 – это еще не предел. Посмотрим. Видим, что акция востребована людям, эта помощь нужна. Поэтому будем продолжать, я думаю. В каждой коробке 10 наименований продуктов первой необходимости, имеющих длительный срок хранения. В этот день у проекта, который стартовал несколько месяцев назад, небольшой, но очень важный юбилей. У нас как раз сегодня юбилейный, 500-й. То есть как раз вам получилось так, что именно вам попало. Из-за пандемии коронавируса Лана Акиева, мама 3 замечательных мальчишек, лишилась работы. Сложности возникли и у супруга. Соответственно, семья лишилась большой части дохода. И эта посылка для них – важная подмога. Спасибо огромное, потому что это важно. С работы уволили по собственному желанию, как обычно, потому что ребенок болеет. Астматик, понятно, что режим сразу будет жесткий в самоизоляции. Папу тоже на минималку посадили, соответственно, сразу. Волонтерами акции являются участники Российского спортивного союза молодежи. Поддержала акцию мастер спорта России по пауэрлифтингу, рекордсменка России и мира Оксана Кошелева по прозвищу «Скала». После вручения очередного набора она продемонстрировала местным жителям, депутату и волонтерам свои способности, а именно надула резиновую грелку. Депутат Мособлдумы Владимир Жук отмечает, что акцию активно поддерживают депутаты, предприниматели и общественники Ленинского городского округа и также помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сотрудниками полиции в городе Видное по подозрению в сбыте наркотических средств задержан 21-летний житель города Мытищи. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это мефедрон. Сотрудниками полиции был задержан за попытку сбыта наркотического вещества мефедрон, который мне передали через телеграм-канал. Я должен был с инструкцией, которую я должен был поднять его и разложить закладки. В итоге я испугался, сделал 3 закладки для себя,
и попытался спрятать сверток в такое место, чтобы если мне в дальнейшем написали с этого телеграм-канала, стали угрожать, я мог ему просто обратно отдать это. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Видновским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этом году нашему телеканалу исполняется 25 лет. За четверть века глазами наших операторов и корреспондентов телезрители смогли увидеть тысячи событий, происходивших в городе и муниципалитете. И сегодня мы открываем новую рубрику «Время назад». В ней мы будем показывать сюжеты разных лет, вышедшие на Видное ТВ. И первыми вы увидите репортаж о премьере спектакля театрального коллектива «Твит» «Остров нашей любви и надежды», который актеры и сегодня называют одним из самых любимых. А вот теперь, пожалуйста, песню! Эх, полным-полна моя коробочка, если ты единицы порча, пожили, душа моя задумушка, Премьера состоялась. Пьеса Геннадия Соловского «Остров нашей любви и надежды» была с восторгом принята зрителем. Заполненный зал Дома культуры Московского коксогазового завода внимал каждому слову, произносимому со сцены. Пьеса российской глубинки о ее жителях тронула за живое. Узнаваемые персонажи, за каждым некая боль и безысходность, сочетающаяся с острым деревенским юмором. В общем, трагикомедия. Актеры мастерски отыграли свои роли. Смогли заворожить зрителя и дать ему понять, что все мы мечтаем о лучшей жизни, но нисколько не расстраиваемся, если мечта так и остается мечтою. Ну кто же я после этого? Мечтатель! Ой, нет, да нет! Да нет, нет, ну как же, ну вы же мне все поверили. А я... Я вас обманул, я очень вас все. Ну подумаешь, поверили. Да мы не поверили, Александр, как будто мы тоже с вами в фантазиях-то помечтали. Вот именно, да, Александр, я потом, что значит обманул, там, жаждали, там, я не знаю, а? Да, да может, конечно, кто и жаждал. Кому? Судьбы Родины безразличные. Василий, 5 баллов. Впереди у коллектива новые спектакли, новые победы, достижения. Но и эта пьеса не уйдет из репертуара театра, останется ярким моментом в жизни нашего района. Елена Бабина, Александр Строганов, Алексей Андрей Астафурова, Юлия Кабанова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.